жизни Светланы Моргуновой произошло страшное событие. Умер ее сын Максим. Как сообщил брат скончавшегося Илья Свиридов, тест на COVID-19 у наследника народной артистки был положительный. Семья Максима Моргунова написала в социальной сети, что он работал в майские праздники, делал телемост к 9 мая. Тогда и произошел контакт с зараженным. На следующий день мужчине пришел положительный тест на коронавирус, а 19 мая он скончался. Температура у Моргунова была высокая, но родственника знаменитости не госпитализировали. В день смерти Максим просто перестал выходить на связь. В 21 час ровно спасатели вскрыли закрытую квартиру и констатировали смерть, уточнил Илья Свиридов в Facebook. По его словам, у сына Светланы Моргуновой не было никаких хронических заболеваний, он был здоровым, сильным. Однако болезнь убила его быстро и неожиданно. Светлана Моргунова знакома зрителям по программам «Время», «Голубой огонек», эстрадным концертам и развлекательным передачам. В 2000 году она получила звание народной артистки Российской Федерации.